що вона може перемогти Київський Майдан, бо вона ніколи не переможе, тому що тримається Майдан. Słucham się mówienia. Członków Rady, która przed chwilą się rozeszła. Tajnej Rady, która się zebrała, ale Rada Majdan. Musimy zauważyć. Założyliśmy barykady, na której dziś się tu nic nie dzieje. Tu będzie może jutro, pojutrze, jeżeli znowu Berkut wejdzie, znowu będzie się działo. A na razie jest spokój, na razie jest wszystko pokojowo. Widzicie, rozpala się ogień, który tylko ma rozgrzewać ludzi, a nie zagrzewać do jakichkolwiek konfliktów. Myślę, że najlepsze teraz będzie przejście. Jeśli przejdziemy i posłuchamy, jak to wygląda od 3 lat. Siaz, my gotowe. Chcielibyście się dowiedzieć, właśnie w tym momencie, tam przychodzi rewolucja. W tym momencie, tam są barykady. Grupowisko wszystkich ludzi. A kluczowe tematy całego tego zgrupowania, całej tej rewolucji będą przychodzić w tym właśnie barze. W tym barze zebrali się wszyscy deputaci, wszyscy posłowie, którzy będą teraz podejmować decyzje, kto będzie premierem, kto będzie ministrem i tym podobne. W ogóle dla nas Europejczyków to jest coś niezrozumiałego. Ale tutejsze posłowie jest to rzeczą naturalną, także zapraszamy was, żebyście zobaczyli. Teraz proszę o ciszę, bo zachodzimy, bo obchodzą właśnie debaty na temat tego, kto będzie premierem, kto będzie deputatem, kto będzie następną partią rządzącą. На 2-3 місяці сказати, от так, цього дня ми проводимо висунення, уваги, ось нам буде представницькі функції від громади. Зауваження цілого того зауваження, яке зараз буде приходило. 23 лютого ми збираємося на перше засідання, перший з'їзд загальнонаціональних зборів. Можливо, це зніме конфліктні ситуації, які, я очікую, зараз будуть надзвичайно потужні. По руке, пожалуйста, полминути, пожалуйста, ви. Потом ви. Я буквально секунду заявлю, вот вопрос, она возвращается, если Вячеслав помнит, к первому сбору, да? То есть собрались люди, люди общественники, которых мы дружу возвращаем, да, они воевали, сейчас, секунду, боролись, страдали и так далее. Но какой у нас есть результат? Но вот максимум, что мы можем, вот здесь прийти и вылить свои эмоции. А почему? Потому что у нас нет возможности. В тому моменті маємо можливість займатися, маємося наче цієї революції. Чи около 30 осіб подіймали зараз десяти мільйонів людей, які вже на Україні. Не мали тих можливостей, які благодаря їм ми тут, благодаря їм нас, а нас знають всі президенти, всі прем'єр-міністри і всі прочі. В том числе и представители ОБСЕ, о том, что мы существуем, поэтому нас ненавидит оппозиция. Поэтому сегодня мы должны быть хитрыми. Давайте нанесем один такой удар, хороший, челюсть. Пусть идет на пресс-конференцию, от нашего имени выступит, заявит. Дальше пойдем по процедуре, будем создавать, решать и принимать какие-то решения. А мы сейчас будем опять терять время. Вот я считаю, он достоин там быть. Потому что если бы не он, тут вообще нас здесь нет. Спасибо, мнение понятно. Пожалуйста, вы, потом вы. Подивіться, що вже було зроблено. Дякую. Юрій, пожалуйста, ваша репліка. Одна репліка, і ми привнемся в депутати. Все. Ви заканчуєте. Ніхто друг другу не противоречить. І во всьому практично, во всьому. Прав Валерій Шашко, да? Вот. Речь йде о следующем. Ми оргкомітет, є координатор. И после того, понимаете, нам нужно структурирование. То есть мы друг другу не противоречим. И вы, да, да, коллега наш из Одессы, вы, может быть, неправильно поняли. Создается оргкомитет, координация. И мы сейчас уже в рамках оргкомитета, это армия. Вы сами вчера говорили об армии. И мы приступаем к подготовке к национальному собранию. Поверьте, вы делаете историю, мы делаем политику, мы не идем в лидерство и все остальное. Это будет завтра. Сегодня нужно разбить начало. Здесь сидят люди из удара, из фронта ЗМИН, из администрации президента, из разведки. Все записывают. Пусть записывают. Мы должны начать работать.
подождите, последнее выступление, пожалуйста. Пять, мы договорились, пять. Я буду короток. Знаете, корные говорят так, если я иду на рыбалку, иду человека, то все равно любит человека. Мы сейчас здесь собрались не для того, чтобы решать между собой. Мы собрались для того, чтобы выступать потом на месте перед людьми, перед народом. И в настоящий момент возникает такая ситуация. Как будем выглядеть? Это достаточно самое главное, сказала цель. А выглядеть будет плохо, потому что вы не знаете. Но я очень внимательно ночью изучил документы наши. И мы говорим в документах, что собрались на национальные сборы, к примеру, для того, чтобы провести национальные сборы. В наших документах, которые мы записаны на сайте, где угодно. Мы собрались согласно нашим. Я вас оперировал. И второй вопрос по поводу кандидатур. Я считаю, что именно для народа, для людей, для гражданской организации, которые знают людей, гораздо будет лучше кандидатура Константина Ильченко. На это лидера. Подождите. Вы готовы возглавить? Мужчина, вы готовы возглавить? Стоп. Вы готовы возглавить? Голосование все будет ясно и понятно. Вы готовы возглавить? Вот так отлично получается. Революция еще не осуществилась, а уже делят портфели. Зачинающие поведы считают курник, а не девата. Каждый хочет влазить по просто. А никто не мыслит о том, от чего это все начало, о чем эти люди вальчат. То все начали, каждый хочет для себя кавайк часто. Но это важный вопрос, понятно. Смотри, как это происходит. Присядьте, пожалуйста. Давайте полная тишина. Подождите, пожалуйста. Отец. Бурласка Нильши. Подождите, пожалуйста. Не будет ничего дальше, если не будет тишины. Полная тишина сейчас, отец. Полная тишина, еще раз. Еще раз, я не могу понять, мы же больные все здесь. Я еще раз, подождите, пожалуйста. Ну что тут, есть приложение 1, есть приложение 2. Мы проголосуем. Дальше, эти ребята здесь. Только для того, чтобы создать эффект. Я уже иду, голос порвал. Создать эффект того, чтобы попросить, пожалуйста. Не один человек я, а 4 человека. Пожалуйста. Еще раз, ничего. Пожалуйста, будьте конструктивными. У вас есть два предложения. Нет, никто никому ничего не напьет. Они такие же, как и вы. Они молодые ребята, которые пришли сюда, чтобы создать гражданские позиции. Окей, мы тратим время. Константин Ильич. Еще раз, подождите. У него же было после. Абсолютно. Нет, подождите, пожалуйста. Я, конечно, ждал слова. Мы никуда не спешим. Пожалуйста. Дорогие мои, я хочу, чтобы наконец-то родился этот ребенок. Понимаете, мы уже дошли до кесарево сечения. Мы сейчас роженицу убьем здесь нафиг и разойдемся и разъедемся. Шанса другого не будет. Да, я готов, я знаю, есть потенциал, но я делаю самоотвод в пользу Игоря Дитковского, потому что я знаю, что он должен быть. А я поставлю свои плечи в руки. Если нужно, там дам кому-то в ухо, если нужно будет. Но только ради того, чтобы родился этот ребенок. Поддержите. Спасибо. Все. Последний раз вы поднимали руку. Последняя фраза. Все. Можно? Мы представляемся сначала. Я вообще поляк, да? Я с вами здесь сначала, что смотрю на это все, что здесь происходит, да? Я вам скажу, вы это начали. Начали от чего-то, да? Народ что-то хотел, да? А сейчас вы все собрались, и я как смотрю с бока, и вы сейчас в каком-то, извиняюсь, еще не все, вы слова знаете, как курятники, вы сейчас обвасили, разбираете кто? Пускай, подождите, да, я знаю, что я разберу. У нас же славянский майк-голоборщик. Я извиняюсь, хорошо. Ими головной убор. У нас принято. Поймите, это не моя шапка. А Тима, кого выбрать, да? Пускай кто-то вас чувствуется настолько сильным. Люди собрались, никого не выбирали. Пришли все на этот Майдан, чтобы что-то поменять, да? Не вопрос. В Польше меня также будут слушать, как и мы тебя будем слушать. Волка, будут слушать.
Этот человек уже вышел, мы сейчас... Покажите нам его! Тишина полная! Любая ответственность, вона тиха. Дякую, прошу близнести. Це я, Ігор Тітков, 66-й рік, судово-вишня, Львівська. Дякую. Ставимся на голосование кандидатура Игоря Николаевича Тітковского как координатора национальных сборов до момента собрания национальных сборов. Пускай он выйдет, посмотреть на него. Кто за? Вот. Прошу голосовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три человека. Я 44-й, 44 человека. Кто против, прошу голосовать. Раз. Кто воздержался, прошу голосовать. Раз, два, три, четыре. Нас здесь 40. Воздержались? А я втримался, я сам за себя втримался. Вот за вас это вот. 5 человек воздержалось, 1 против, 40 за. 52 человека за. 44 человека за. Решение принимается, больше не обсуждается. Решение принято с сегодняшнего дня. Игорь Николаевич кандидат. Все. На выступление. Дякую. Значить, прошу протокол записати, щоб переписали весь комітет, який історично склався за 7 днів, щоб ми нікого не забули, друге і третє. Зараз буде об'ява, Руслан зробить, коли ми виходимо на прес-конференцію сьогодні. І я коротко запропоную варіант тих людей, які сядуть на стіл представляти, а ви, очевидно, всі запрошені в зал для підтримки нас. Прошу, Руслан, коли йде. Сьогодні, оскільки в неділю вибори, тобто всі зали зайняті були, це національні новини, експланадна 20, на 3-ю годину. Це палац спорту. На 3-ю чи на 2-ю? На 3-ю. На 3-ю годину. Стекляний дом. Перший повод. Дом Суртіса, напротив 20-го. Є прохання дуже швидко поділитися з людьми, бо ще треба зробити пресанонсу і зробити ті всі речі, щоб в нас здалася конференція. Дякую. Ще адрес, скажи, ще раз повторити адрес. Експлуатація 20, перший повод. Третя година. Я прошу прощення, а ви хто? Можно как-то...